Министерство обороны Азербайджана обнародовало список уничтоженной военной техники вооруженных сил Армении. С утра 27 сентября по 30 сентября противник понес существенные потери в живой силе и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту. Как сообщает Министерство обороны, в ходе контрнаступательной операции азербайджанской армии уничтожено 200 танков и другой бронетехники противника, 228 артиллерийских установок, реактивных систем, залпового огня и минометов, 30 средств ПВО, 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, более 110 единиц автомобильной техники и 1 зенитно-ракетный комплекс С-300. Также подразделениями уничтожены военные колонны противника, передвигающиеся в различных направлениях.